Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксель Мод, ребята. И в прошлом эпизоде мы словили еще одного шайни покемона. Вот этих шайни покемонов у нас просто уже куча. Сейчас я как раз хочу идти их посмотреть, сколько у нас там есть шайни. Вот, давайте вот так сделаем сейчас. Тут в первой ячейке вот один шайни. Вот второй шайни. Вот третий шайни. Сейчас мы вот так сделаем. Еще есть тут шайни? Вроде нет. Так, тут у нас кто-то есть шайни? Вот шайни. Вот шайни. Вот шайни. И вроде все, да? А, вот шайни. Капут, сколько шайни. Шайни Райчу. Вот я вспомнил. И вроде все. И больше тут шайни нету. О, у нас уже три ячейки заполнилось, ребята. Так. Вот шайни. Это шайни или нет? Я не помню. Или нет, это вроде обычный. Или нет? Ну я помню, что мы кого-то вот такого еще ловили. Тут у нас кто еще есть шайни? Шайни Чаризард. И вроде все. Нет. Думаю, что не все. Сейчас мы посмотрим. Или все. Да. Это. Нет. Сейчас. Вот так. Это у нас тут шайни, вот этот. И этот у нас тут шайни. И вот этот шайни. И вот этот шайни. Еще плюс 4 шайни. Короче, дофига у нас шайни получается, ребята. Реально дофига. Может, я еще, в принципе, кого-то пропустил. Или не думаю, но все же. Шайни у нас реально очень много, ребята. И капут много. Действительно. Так, что я хотел сейчас? Так, идем мы вот туда, где мы закончили. Вот где-то вот тут. Так. Полетим дальше, ребята. Почему капут? Ладно, столько шайни у нас уже действительно. Так, кто-то еще есть? Нужно искать покемонов-боссов. Сейчас мы как раз их поищем. Так. И может все-таки, если кого-то найдем, да, каких-то покемонов, которых у нас нету, то можно будет словить. И, ну, в принципе, ух, да, если, конечно, хватит вот покеболов, да. Это... Так, вот сюда. Вот это действительно, вот сейчас полет глючит, так как реально. Раздупляется как бы карта, можно и так сказать. Кто-то? Может, нет? Поищем, поищем сейчас. А, 22 алмаза нам вроде не хватает. В принципе, ребята, если так считать, то... О, покемон босс. Мы, в принципе, можем и в шахту, да, спуститься. У нас же кирка есть на... Как бы нормальная, да? В принципе, тоже можно поискать алмазы. Но я думаю, что вот так более как бы... Будем охотиться на покемонов-боссов, да? И продавать потом. Ну, как бы, выбивать шмотки с них, да? И продавать. Так, он тут? Или он уже пропал? Нет? Он вообще тут где-то? По идее, он где-то вот
Вот там. Сейчас. Вот это я что-то не понимаю, где он? Наверху. Сейчас, он уже куда-то ускакал, поэтому там может и есть, да, шахта, но прохода туда нету. Ну, как бы, ладно. Пропал. О, ну там еще один. И он вроде, да, не в шахте. Плюс 3 алмаза, ребята. Если у нас 228, да, то уже получается 231. Отлично, ребята. Синкс Люксел, да. Отлично, отлично, ребята. Еще осталось 19 алмазов, если я правильно считаю. Приблизительно где-то вот так. Так, ладно. Полетели. Так. Нет, тут никого, так что. Ух ты, ты куда? Так. Как он пи. Бульбазавр или бульбасавр? Вот иногда такое, знаешь, вообще забываешь что-то элементарное. Бульбасавр, бульбазавр. А, его мы что, не нашли? Не, ну как бы нашли, да, мы его уже убивали, там, покемона-босса, да? Но его у нас нету, как бы Бульбасавра, да? Но вот тут у нас просто нереальная куча вот этих покеболов, да, их мы тоже можем попродавать. И там действительно уже хватит, как бы, на алтарь, да? Но все же, ребята, как бы, мы собираем вот эти покеболы, да, коллекция, что-то такое, можно сказать. Пускай будут, да. Так, тут. Пустыне или где-то еще есть что-то. О, сокровищница, да, отлично. Может будет там что-то. Так, 233 алмаза. Ничего. 234 алмаза, ребята. В принципе, еще 16 осталось. Так. Еще что-то. Смотрим, смотрим, смотрим на карту. О, покемон босс. Да. Так, где он? Вот он. Отлично. Да кого ты тут... Отлично. 200... Сколько у нас? Сколько я говорил? 234, да? Уже 236, ребята. 236 алмазов у нас. Еще 14. Полетели. Пускай будет вот так. Ищем, ищем, ищем. Четырнадцать алмазов. О, есть там все-таки кто-то? Ух, летающие тут всякие. Где он? В земле нет.
В земле, да? Это еще что такое? Прозрачный. Ух ты. А ты еще и... О, отлично. Сколько? 236 я говорил. 237, 238. О, и люкс эволюционирует. Отлично, ребята. Шайни. Офигеть. Вот синий, да? А вот сейчас там покем... Нет, не покемон босс, мне показалось. А вот этот вообще красавец. Вот он. Офигеть. Да, шайни. А чё это там такое? О, там еще один покем... Нет, уже пропал. Ух, нифига себе, вот тут заспавнилось вот это. Какая-то вообще высота. Как бы небольшая, да, но все же заспавнилось вот так. Ух. Капут. Так, сейчас. Вот он, отлично. 238. Ух, 239, 240, 241. Все подняли. Так, еще кто-то. 241 алмаз у нас получается. Идем домой. Ух, что-то залагало. Да. Так. Давай. Сейчас. Нет никого. Ну, ладно. Так, ой. Чё ты так лагаешь-то? Так. Сейчас идем мы вот сюда. Идем поспим. Или... Нет, в принципе, да, идем мы поспим. Так. Сколько у нас? 241 алмаз, да? Ну, нужно мне купить. Нет. Нет, не буду покупать. Пускай нет. Так. Сейчас, ребята. О, во-во-во, сейчас. Может, тут кто-то будет. Сейчас. Так, вот что я хочу. Сейчас. Это что у нас тут? Да? Тут у нас на горе мне кого-то нужно найти. Ну, чё ты так глючишь-то? Капут. Так. Ты какой там уровень? Нет, ты нет. Сюда может. Ах. Да ты. Так. Нужно магнемайта прокачать. Он вроде вот тут прокачивается или где?
Так, ну, тут я что-то вообще никого не вижу. Вот горы какие-то. Твою ж мать, ну и где? Че, вообще никого ни хрена нету тут. Никаких покемонов. Ну ты лагаешь, конечно. Так, дайте мне какого-то большого уровня. Нет, тут реально чуть никого нету. Вот тебе. О, да. Только туда побежал, уже пропал. Он. Больше я никого не вижу. Ну, Оникс, я не знаю, большой там уровень, нет. Он, да, и он уже, в принципе, тоже пропал. Ладно, тут что-то никого нету. Еще один шайни, да ты прикалываешься, честное слово. Но он в земле. Но суть в том, что еще один шайни. Сейчас, давайте посмотрим. Где он? Вот, где-то вот тут. Шайн, еще один шайн. Да капут. Так. У меня и... Где он? Где-то вот туда. У меня в том суть, что факелов даже нету, поэтому... Он уже пропал, да? Нет. Он где-то вот тут. Давайте, еще ниже. Диглет. Нет, ребята. Его мы ловить не будем, да, я понимаю, что шайни, но в принципе он у нас есть, поэтому зачем его ловить, да? Так. Сейчас, ребята, сейчас. Нужно идти в горы. Да. Так. Вот там большой уровень. Где он? Да не ты. Так. Лайрон тут был. Или где он был? Ну, был, да. Тут кто-то? Нет. Там? Вот это та та там 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 там. Где он? А, вот он. 241. А. Двести сорок два. 242 алмаза. Сейчас. Давайте вот так поищем. Вдруг еще будет. Парочку. Может, покемонов боссов. 242 алмаза, ребята. Еще 8 нужно. Так, нету чего-то.
Еще 8 алмазов. Вот, там кто-то есть. Вот, отлично. Двести сорок три, 244. Еще 6 алмазов, ребята. Еще 6. Тут кто-то заспавнится? Походу нет. Давай, еще 6 алмазов нужно. Во-во-во-во-во-во-во. Где ты? Где-то ты вот тут. Так. Ух. Так, а вот сейчас где ты? Угу. Ну, я его как бы слышу, да? Вот он, отлично. На. Ну, в принципе, пофиг, не убьем и так. 244. 245. Вот то, что... Вот. О, там еще один. Так, и где он? Вот он. Где он? 245 алмазов. Еще 5. И, ну, а может и больше. Я приблизительно так. Ну, я посчитал, но я не знаю, правильно ли это. Он еще там? Да, ладно. Нужно факелы сделать, это нету. Давай. Нет, это не он. Вот, да, вот он. Нифига не видно. Я не вижу, ребята. Ну ладно, давайте быстренько его убьем. Ух, 246, 247, 248, 249, 500. Ух, 500, как 500? 500, что я вообще сказал? О, магнемайт эволюционирует. О, да, в принципе, отлично. 500, почему я 500 сказал? 250, да. Так, магнетон, отлично. Так, сейчас, давайте вот это нужно поднять, все. Так, ребята. Идем мы домой. И давайте все-таки, ребята, на этом уже закончим. И если, в принципе, там хватает алмазов, то в следующей части мы уже себе купим еще один алтарь, да? Так, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.